Минуточку. Это не тот ли дешевый фокусник из Бэкпейдж? Как там его зовут? Кадиллак. Да, это Фрэнк Кадиллак. Он что, фокусничает? Это законно? С колодой не пофокусничаешь. Точно говорю, этот тип все просчитывает. Если у него система, то почему помалу ставят? Это мой второй вопрос. Он прямо на нас смотрит. Словно слышит нас. Какой это стол? 27-й. Двое к 27-му. Я приду через минуту. Делайте ставки, пожалуйста. У будущего есть одна особенность. Стоит только в него заглянуть, как оно тут же меняется. Потому что ты его видел. А это 9070. Меняет все остальное. Привет. Деньги сюда. Поторопись. Быстро, быстро. Бросай оружие. Брось оружие, шаг назад. Это его пистолет. Он мог убить двух человек. Ничего, мы разберемся, шаг назад. Что он делает? Заблокировать двери, лифты, эскалаторы. Все выходы из чертова казино, живо! Фриман, следи за столами. Салливан, свяжись с Райболом. Мы на этаже. Картинку с других камер. Ты туда, ты сюда. Он рядом с вами. Слот $10. Зона 14. Вот он, за вами. Слева. Повернитесь. Он прямо между вами. Он в туалете рядом с сувенирами. Сувенирами! Куда он делся? Черная футболка, шляпа, идет к выходу. Пошли. Спасибо. Вызывайте полицию. Он угнал серебристый чарджер 585 G4S.